Уважаемые товарищи, городской совет народных депутатов, в связи с атомной электростанцией в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Уважаемые товарищи, городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции за мной. Если будете сопротивляться, мы откроем огонь. На землю! Руки вверх! Вы арестованы. Сержант! Не думай шевелиться! Я тебя предупредил. Нет! Нет! Не надо! Прекратить огонь! Он шевельнулся. Я не буду рыдать из-за какого-то сумасшедшего нарушителя. Лейтенант, передайте патрулю. Пусть они заберут тело. Listen to me.
Listen to me. Listen to me. Listen to me. Итак, что за миссия? Нам нужно добраться до сервера НАР. Грузовик с ноутбуком может быть здесь в любую минуту. Сервер? Хочешь, чтобы я взломал его? О, а вот и грузовик. Стартуем нашу миссию. Если ты сможешь взломать один из их компьютеров, мы также сможем заполучить и их крутые куртки. Звучит как план. Свяжись со мной, как только получишь доступ. Один упал. Один упал. Один упал. Понятно, агент? Хорошо. Теперь двигай сюда. Прямо здесь есть что-то вроде башни Wi-Fi. Согласно руководству, мы должны использовать ее, чтобы... Руководство?
Ты откуда это читаешь? Это руководство по суперагентам. В нем говорится, что можно передать только одну команду, прежде чем система безопасности обнаружит ее. Так что не ходи кругами, просто сотри все данные. Ты уверен, что все продумал? У антенны должна быть сильная охрана. Ни за что! Пути назад уже нет. У меня установлена взрывчатка по сезону. Я просто подорву тут все. Давай! Подожди, Михаил. Будь осторожен. Правильно. Я буду очень аккуратен. Вонючий псинар! У меня детонатор! Вы все сгорите! Сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции
Михаил, ты там в порядке? Да. Просто не заходи внутрь. Здесь супер опасно. Похоже, что бомба была внутри этого здания. Я уже подорвал бочки. Что ты наделал? Это же радиоактивные отходы. Да, лучше подожди, пока пыль не уляжется. У меня кружится голова просто от взгляда на все это. Просто сотри все на этих серверах, ладно? В руководстве говорится, что вы можете передать только одну команду, прежде чем система безопасности обнаружит вас. Так что не ходи кругами, просто сотри все данные. Вот и все. Все стерто. Работает. Это действительно работает. Теперь ты мне доверяешь? Во всем, что касается науки? Да. Лично? Нет. Я думаю, ты с ума сошел. Это все, что ты хочешь сказать? Нет. Сумасшедший ты или нет, но я все еще отчитываюсь перед тобой. Робот Мерепсио, вот начнешь ее Флайн. Я, конечно, не рад этому, но я должен уважать иерархию командования. У меня детонатор! Вы все сгорите! Что за хрень?